Ночь у главного героя из Alien Invasion не заладилась с самого начала. Выйдя пройтись по вечернему городку, он наткнулся на полчища враждебно настроенных инопланетян, которые уж очень похожи на чужих. Наш бравый ковбой не стал разбираться в сложившейся ситуации, а просто вооружился пушкой и топором и отправился разбивать черепушки захватчиков. Alias Invasion можно назвать одной из лучших рисованных 2D-стрелялок для Android-устройств. Игра при всей своей простоте нереально затягивает. По ходу прохождения вам предстоит проломить голову ни одному инопланетному захватчику. Но для этого, конечно же, потребуется немало оружия и боеприпасов. Если первое вы сможете приобрести на деньги от убийств чужих в оружейных лавках в конце каждого уровня, то патроны первое время можно будет найти только в жилых домах. Всего для убийства инопланетных захватчиков доступно 5 больших видов оружия, от топора до лазерной пушки. Интуитивное управление, приятный звук и веселенькое графическое оформление делают из Alien's Invasion замечательную убийцу свободного времени. И, на мой взгляд, оценка 4.6 в Android Market вполне заслужена.